Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить Dead Space. В прошлой серии мы вот вернулись оттуда. Там был скоростной чел. Вот этот монстр скоростной вообще. Вот что он творит? Вот, какие-то маленькие твари. Вот, мы там все прошли. Мы там забрали какую-то, короче говоря, сейчас скажу вам, что мы забрали. Вот, мы забрали вот эту карту. Как называется это, блядь? Навигационную карту мы с вами забрали. Вот оттуда. И пришли обратно. Я закупился чуть-чуть, и мне хватило патрон вот на того монстра. Вон там вот. Вот, если не видели следующую серию, да, нахуй. Нахуенно сказал. Чё, блядь, ну бывает что. Что бывает? Ничего не бывает. Короче, предыдущую серию кто не смотрел, тут подсказочка в верхнем правом углу выскочила уже. Вот, плейлист находится в описании на, в принципе, просмотр всего прохождения данной игры. Вот, в принципе, все. Саш, поудобнее, надевайте пледик. Там кофеек, чаек, кому что нравится. Приятного аппетита, кто сейчас кушает. Приятного аппетита, кто сейчас пьет. Чаек, кофеек. Или газировочку, или просто воду. Саш, поудобнее. А мы начинаем. Так, короче говоря, надо сейчас на что-то думать. Либо продавать вот эту штуку. А мне ее не очень хочется продавать, знаете ли. Мне ее продавать вообще не хочется. Тут это вообще имба жесткая же, блядь. Либо же продавать пес свой. Пес мы прокачали с вами. Подожди, а вот здесь что-нибудь есть? Может быть, здесь что-то есть? А-а-а. Здесь закрыто. Здесь закрыто, как всегда, ясно. Понятно все, блядь. Ну, я не знаю, что делать. Блин, ну давай пестол нам продадим, чё. Тут уже ничего не поделаешь. Ну, блядь, потому что вот эти два оружия мне... За музыку, блядь. Давайте его продадим, чё бы нет. Заново купим. Раз, два, три, четыре. Хотя бы так. Хотя бы так, чтобы было. Шли-ка с тобой наверх. Чё за музыка странная, блядь. А, здесь у нас все есть с тобой. Нам вот сюда нужны патрончики там. Все, на это закончились, да. Здесь два патрона всего лишь-то, блядь. Блядь, за 2000, нахуй. Пиздец. Вот. В принципе, блядь, вообще, вот эти два оружия, они вообще не выгодны по патронам. Типа, самый выгодный, вот, блядь. Пестик наш, нахуй. Ну, это вообще, типа, резак, но я назову пестик его. То что, блядь, за 1200, ебать, 6 патронов-то, вообще. А тут, блядь, за 2000, нахуй, 2 патрона, да, вот сюда, блядь, 2 патрона за 2000, блядь, вот такой. А тут, а там вообще за 3 или 4 тысячи вообще одна эта батарея, блядь. Это что это за хуйня, блядь? Извинитесь, извинитесь. Кто извинится-то? Ты извинись, извините. Вот все, блядь. Ну где ты, ебаная, блядь? Алена. Как хочешь, блядь. Я твой рот шатал, дядя, блядь, иди сюда. Иди, иди сюда, давай, давай, мой сладенький. Это что нахуй? Это помощники какие-то, блядь? Это все, блядь. Это что? А почему он окружился, эта хуйня? Это помощник его, что ли, или что, блядь? Вот такая вот она батарея резака, блядь, стоит 3 или 4 тысячи, блядь. А чтобы не спиздить, ладно, сейчас скажу. Сейчас скажу, блядь, сколько она стоит. Чтобы, блядь, не быть голословным, так сказать. Давай-ка, батарея. Батарея, нахуй, где она? 2000 за одну, ебать, за одну. Ты понимаешь, что это такое вообще? Я понимаю, что это такое. А ты понимаешь, что это такое? Ну да. Ну вот и все. Вот. Кстати, ребят, не видел, что вы написали по поводу предыдущей серии. Там с камеркой то, что было, да, с камерой. С камерой, если что. Вот, то записываю просто подряд. Вот, надеюсь, вам зашел такой эксперимент. И что будем делать чаще. Ну, нам туда, как всегда, да, понятно. Так, подожди-ка, блядь. Опа, сюда, нахуй. Сюда, папочки такой надо, папочки-то. А, все, блядь? Это все? Все, с лутом закончено, блядь. Игра, ты шо, блядь? Не, конечно, спасибо тебе за аптеку. Ничего не говорю, блядь. Но это все, что ли?
Так быстро, ебать. Да. Нам вот сюда еще что идти. А здесь прям чую, говном пахнет. Бля. Подожди-ка нахуй. Вы спросите, зачем ты его туда разбрасываешь, да? Шо, блядь? Не уважаешь, что ли? Нет, я уважаю. Или нет? Уважаю, уже. Не, просто улитка. Что нахуй? Что, блядь? Расческа, блядь, улитка. Охуенно. Еще бы здесь улитки, блядь, не хватало, блядь. В космосе-то, блядь. Просто я думаю, что, блин, а вдруг, если... Вдруг могли разработчики положить вот за эти сумочки, да, вон туда, вот в угол. Какой-нибудь лут. Мне-то лут очень нужен, знаете? Вы же сами знаете, сами видите. Расчески разбросали, охуенно. Да ну то улитка вообще. Защитный костюм 5 уже, а у нас даже 4-го нету. Ты о чем, блядь, тут нахуй, дядь мне? Даже 4-го еще нету, блядь. О каком 5-м ты говоришь, блядь? Ну шо, let's go, блядь. Ха-ха, блядь. Смешной. А, ебать, сейчас будет весело, ебать, да? Сейчас будет весело. Ребят, сейчас будет очень весело. Опа, сюда. Сейчас будет сверхвесело, я вам говорю. Самое интересное, видите, все вот эти ящики почему-то закрыты. Текстовое сообщение, давай-ка. Правила игры Visible. Для начала встаньте на подсвеченную платформу, активировав ее. Увеличивайте счет, запрыгивая на специальные платформы. Затем, используя свой модуль кинезиса, захватывайте... Затем используя... Чего? Подожди-ка. Ну, давайте прочитаю до конца для вас. Затем, используя свой модуль кинезиса... Ну, то есть, захватывать, да? То есть, захватите мяч и попадите им в активную корзину. Для того... До того... То и как исчезнет отведенное на бросок время. Так, теперь я хочу прочитать еще раз, потому что я нихуя не понял. Для начала встаньте на подсвеченную платформу, активировав ее. Ага, это на какую? Ну, какую-то из них, да? Подсвеченную, чтобы активировать ее. Увеличивайте счет, запрыгивая на специальные платформы. Вот там их 3. Ебать, смотри. А там сейчас еще и монстры будут. Я просто в ахуе буду. Просто, видите, не просто так, там аптека сейчас херачит. Ага. Весь счет запрыгивает на специальные платформы. Хорошо. То есть надо на какую-то платформу запрыгнуть, чтобы увеличить счет. Окей. Затем, используя свой модуль кинезиса, ну, то есть вот это захватывать, да, чтобы захватить мяч, победить им прямо в активную казинку для того, как через отведенное время набросок время. Короче, на время, да, вон, да, я вижу. На время надо будет забрасывать, вон, видите? Вон они, не духи. Подожди-ка. А это случаем не то, о чем я думаю? А? Это случаем не как с той штукой, помните, мы стреляли по мишеням? Блин, жалко, я не отснял видос, сколько там уровней. Помните, я стрелял по мишеням, и там нам давали патроны и всем тому подобное. Там до 6 или до 5 уровня дошел. Я надеюсь, мы туда вернемся, я отсниму там видос. Блин, может тут прямо отснять видос про это отдельный? Сколько там вообще уровней и тому подобное. Надеюсь, вам будет это интересно. Конечно, понятно, блядь. Ну, погнали, ебать, что. Попробуем, нахуй. Декс. Ты, сука, смотри, что делаешь. Ты сука! Дай мне сюда аптеку, блядь, мою любимую. А, не хочет поднимать, не хочет, блядь. Смотри, ты смотри, блядь. Главное, чтобы нахуй сейчас не закрылось. Смотри, видишь, тут раз, два, по бокам есть платформы, тут и тут. Зона невесомости. Бля, я знаю, нахуй, вашу вот зону невесомости. Да, блядь. 300, другалётчики, блядь. 300, нахуй. Чё 300, чё не 400? Потому что, блядь. Бля, ну это тут просто монстр. А подожди, тут нет ничего. Бля, я просто не хочу сейчас монстрами херачиться вообще, блядь.
Прям максимально не хочу. Хотя здесь они откуда появятся, блядь? Погнали, ладно. Ну да, им здесь неоткуда появиться-то хотя бы даже. Еще нам нужно будет вот так вот делать, понял? Вот так вот делать. Сейчас нахуй, не дай бог. До свидания, ебать, все. Ебитесь меня нахуй. Ой, идите нахуй. Что там за твари, блядь? Какие-то твари, блядь, прикинь. Блядь, еще обратка будет твари. Ну я их... Ой, блядь, здорово, нахуй. А ты не ожидал, что ли, дядя, блядь? Не ожидал, блядь, да? Ну ты недорого обходишься, блядь, братан. Конец-то, блядь. Дорого мне обходишься, блядь. Нам 100% обратно с вами бежать. Блядь, сейчас столько тварей будет, я в ахуе. Сейчас вот здесь еще появится, смотри. Ага, смотри. Ну ты видишь? Не, ну ты видишь? Алло, блядь. А, это тут мертвый, что ли? Нихуя это, блядь. А, нет, это мертвый. Куда мне? Не вон туда. Бля, может, гонять? Погнали, с тобой сохранимся быстренько. Ну вон нахуй, блядь. Да в пизду, блядь. Ждите, блядь. Да ну ты, блядь, серьезно, нахуй. Ждите, блядь. Ты что, дурак? Не, я хочу сохраниться, блядь. Ебать, вас тут дядя, блядь. Ты нахуй, блядь, ты кто, блядь? Не, ну ты посмотри на них. Ебать вас тут, блядь, дядя нахуй. Бамс, ёпта, блядь. Сосали нахуй. Быстро все, блядь, сейчас отсюда, блядь. А, блядь. Он побежали нахуй отсюда, пизду. Ты видишь, что тут творится вообще, блядь? Не, ну ты видишь, что здесь творится вообще, блядь? Пизду. До свидания, блядь. Бать, смотри, сколько. А, он и со мной упал, прикинь. А, отстаньте от меня. Закрыто, блядь, ты шо? Ну давай, блядь. Тебя разъебу на один. Давай, один на один. А, ну ты как стекло, конечно, блядь. Дядя, бля, как стекло, нахуй. А так нельзя, нихуя, блядь. Ну, блядь, ну кто так делает? Ну, тут не по-мужски, блядь, знаешь. Да. Вообще не надо было мне возвращаться, я так понимаю, да? Вообще не надо было возвращаться мне. Я такой, бля, пойду-ка я сохранюсь. Пойду-ка я, ну, на всякий случай, блядь, сохранюсь. Только хуй знает, что там дальше будет. Бля, надеюсь, мы сейчас возродимся не там, блядь. Вон, блядь, в пизду нахуй. Проверили мы, блядь, что там творится. Ну и нахуй, блядь. Мне вот сюда идти в любом случае, нахуй. Ну, сука, я твой рот шатал, блядь. Здравствуйте. Короче, я так понимаю, это ласка, еще так понимаю, миссия. И дальше нам надо будет ехать куда-нибудь в другое место. Я честно... О, сохранялка, наконец-таки. Я честно не знаю, ребят, у нас будет возможность походить вообще по карте самой, ну, по самому кораблю как-то, вернуться там и тому подобное, почему бы нет. Вот. Ой, блядь. Блядь, ты шо, дурак? Исполняется
Ты откуда там, блядь? Откуда ты там, блядь? Уже вижу, уже вижу. Не. Да не испугают вас физические методы трансформации. Вскоре вы станете выше любого. Бля, откнешь, что здесь мясорубку будет? Я не хочу мясорубочку. Молодцы. Не слушайте их. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. Не слушайте их. Вернитесь. Вернитесь. Не отвернуться от церкви в этот роковой час. Не предавай свою веру. То, что происходит в Сауди, это не трагедия. Это Божий план, да еще невероятнее. Мальчик, дурачок вообще какой-то. Мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполнители. Исполнители, конечно, блять. Поехавший, блять, мужик, нахуй. То если бы ты вот это вот не устроил, блядь, это вот ничего не было, блядь, знаешь? Жить логично, логично, ебать. Бабки. Бабки наши очень нужны, деньги. Деньги очень нужны. 6 патронов у меня осталось, все. Так, я использую вот эту одну. На всякий случай, пусть она будет. Там не идти-то, блядь. А мне вот я аж. Как посмел ты отвернуться от церкви в этот роковой час? Не предавай свою веру. То, что происходит в колонии, это не трагедия. Это Божий план, да еще невероятнее. На планете под нами мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполним. Да, я в шоке вообще. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юнитология права. А ваша смерть станет первой. Да не испугают вас физические методы трансформации. Вскоре вы станете выше любой физической формы. Глупцы, не слушайте их. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. Не слушайте их. Вернитесь. Вернитесь. Как поспешно отвернуться. Склад. Рубиновый полупроводник. Проводник, блядь. Проводник, блядь. А-а-а. Сука. А сюда он ничего не идет? Ты же сюда тоже двигается. Нет, смотри, не двигается. Целый лабиринт, прикинь. А эти сюда двигаются? Нет, эти сюда не двигаются, смотри. А я знаю, как сделать, смотри. Сюда. Эту хуйню сюда. Да куда ты, блядь? Да это прикольно сделано, приколдесно. Типа лабиринт какой-то, да. Блядь, ты что так не прицепился-то, нахуй? Ты эту дай мне сюда. Ты эту хуйню дай мне сюда. Все? Сейчас серьезно, нахуй.
Пиздец, тут нахуй думать. Подожди, а если я чуть-чуть вот эту хуйню отодвину туда? Вот так, чуть-чуть хотя бы. Это сюда 100% надо, потому что... Ну надо, блять. Проход такой был. Эта хуйня вот так не встает. Видите, она сюда не едет. Это тоже сюда не едет, видите? Они только вот так вот в бок. Захотел наебать, не наебал, прикинь. А вообще ничего нет, что за хуйня-то, блядь, хотел пройти, ебать, по-твоему. Подожди-ка, у меня еще есть вот такая хуйня же. Не, ну только не говори, что мне нужно заново себя замуровывать, блядь. Ты прикинь. Нужно себя замуровывать, оказывается. Но если так... Там если будут монстры, то это пизда, да? Здесь же есть вытяжки? Нет, здесь нет. Туда не так пизда. Вот так, я слегка, блядь, отодвину. Вот так вот, блядь, чтобы я мог пройти один, блядь. Тихо, блядь. Что здесь? Патрики, патрики. Ну, сейчас явно какая-то залупа будет, я, блядь, уверен. Блядь, ебанут вообще, блядь. Не, нахуй, 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 ребят. Мы с вами, как говорится, да? Я не поленюсь даже. Я даже не поленюсь это сделать. Мне здесь скоростных вообще, блядь, не надо. Прям вот подал. Где, ёпт? А, я сразу туда села, нормально. Прям мужик, ты видишь, что сейчас будет мясорубка ебаная, блядь. Что это за хуйня? Смотрите. Видите, какая-то хуйня. Блядь. Пиздец, что это такое, блядь. Так, сюда нахуй. Я не поленюсь, я вас всех уберу туда, ребятки. Извините, конечно, меня, но... Ни вам это не надо, ни мне, блядь. Извините, что вот так вот получается, но вот так, это так нужно, знаете. Пиздец, блядь, что-то еще смеялась она, блядь. Что за пиздец творится вообще? Что люди настолько, блядь... Может, здесь в игре тебя персонажа мы столько, блядь, ёбнулись, что они смеются даже, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Что ты делаешь, мол? Да ёпты. Сюда, нахуй. Извините, блядь, но... Мне самому не в кайф это делать, но это же для того, чтобы, так сказать, не было потом проблем. Кстати, она что-то смеялась еще, прикиньте.
А это что здесь? Что здесь? Что тут? Здесь же ничего нет. Бля, ты прикинь. Мне вот за эту хуйню надо, понимаешь? Ну, погнали, ебать, давайте нахуй, твари. На этот раз тебе не сбежать, мой друг. Ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерожденные в самом горде. Я вижу, но... Пришел твой час. Ой, бля. Дай пройду, нахуй. Блядь, я тебя. Дай пройти-то. Ну что, проходил? Сосете, нахуй. Все, блядь, сосите, блядь. Бибу, нахуй, соси, блядь. Соси бибу, нахуй. Все, блядь. Ёбок, блядь. Э, блядь. Что ты нахуй? Ты здесь нахуй не нужен никому. До свидания, блядь. Ну, блядь. Нахуй. Пизду, блядь. Там еще быстро вроде, да, блядь? Или какого он там нахуй? Я еще обратно бежать, да? Погнали обратно сразу. Ой, блядь. Я уж понял, блядь. Охуенно, чел. Спасибо, блядь. Ой, блядь, это будет сложно, ребята. Это будет пизда, блядь. Я не блядь. Давайте это оставим на следующую серию. Я уверен, что это сохранится все. Если нет, то я допройду до сюда быстренько и отсюда же начнем. Спасибо за просмотр. Получилась очень короткая серия. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Лайк поставьте и подпишитесь, пожалуйста, на канал. Для меня это реально очень жесткая поддержка. Ну, вам это реально не сложно, а для меня это очень жесткая поддержка. Спасибо за просмотр еще раз. Если у вас не работают уведомления на YouTube, в принципе, на экранах вы видите ссылку в описании на телеграм-канал. Там всегда о всех сериях, о всех видео прикладываю ссылку. Ну, то есть там о всех, там всегда приходит обобщение о всех видео, о всех сериях и есть инсайды, некоторые, которые я не укладываю никуда. Все, в принципе, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте. We'll be right back.